Волга осталась позади. Перед нами бескрайние просторы России. В последний момент мостовики, похоже, поверили, что мы... Артём. Артём. Просыпайся. Полковник в рубку зовет. А я побежал. Вставай, пора. Ты у меня. Молодец. Мы ведь теперь не дома, так что лучше так и действовать. Поаккуратнее. На свет людей так дядя не Артём! Осталось. Дядя Артём! Там и дядя ДТшник уже мастерскую доделал. Хотите посмотреть? Просто... Так здорово получилось! Сюда, дядя Артём! А, привет, Артём! Видишь, как я тут устроился? Как король число! Верстак какой шикарный, а? Что, тоже покурить вышел? А это дело. Пробирает курево. Пробирает. Большая часть того, что вы с ребятами на заданиях нашли, а я у вас отобрал. Наоборот, еще все такое пошло. Заходи, Артём, присаживайся. Степан тут вечер музыки устроит. Артём, тебя полковник в руки взял. А с Бронником-то что? ТТшник ругался? Ну, тут длинная история. Каре кокетничать, раз... Ну, в общем, сижу на балке, смотрю, как Артём там возится. Артём, иди сюда. Слушай, удалось связаться с Ковчегом. Спасибо, ТТшник, дешифратор подключил.